Сейчас пойдем на Я вообще-то не ориентируюсь. Да, там вот диагональ вообще хочу, деликатно ходить. Как хочешь, можно так. Ну я там не был. Там нет? Там этот, какой-то диспансер. О, я не хочу. Ну да. Все, блин. Кстати, как-то по-городскому. Экстремальная протеста. Это они поэтому здесь все занимают. Ну, появляется. Да не говори, пробки, блин. Вот они, самая пробка обратно. И это почти твой дом. Маня задумалась. Ну а что, бы не тонулось, он тормознул. Это не такая разница. Конкретная пробка же, да, Таня? Дымят прям. Сейчас выйдет. Она еще выйдет. Заходите. Вы все на котов посмотрите. Да? Она уже все поправила. Закрывайте эти двери.
Я, Таня, а как пока ненадолго, что ты знаешь? Давайте. Свет будете включать? Вот так-то веселее. Все, я в куртке, я в куртке. И я тоже должен снять. Ну так-то у тебя стол хорошо стоит. Около окна, там где светло. Стол стоит там, где светло, у окна. Да, там светло. Что у вас еще есть? Радио у вас работает на сикатушку, да? Вот как у Тани светло, да? Осенний дождь называется, да? Я не пойму, это французы, да? Это французская, да? Что, вы сейчас будете балкон открывать, да? Ой, как давайте вы компьютер включите. Да. Хвостик будете распускать? Нет, да? Не будете, да? Фига, ты таскаешь всегда это кресло? Это я сегодня пришла. Сядем. А вообще тоже... Ля-ля-ля-ля-ля. У него как вкусненько. Точно. Мне нравится писать. Да. Заполняет. Это очень правильно. Это к нам. Да я так просто посмотрю. Да. Вон Таня еще пока загружается. А что вы хотите сделать? Надеть. А мне зачем? Мне кого слушать? Ну просто дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын-дрын. И вы сейчас будете показывать? Ну давайте, показывайте. Ну ты что вам хочется? Ну я не знаю, что, как в интернет заходить? Он у тебя включен. А он все уже, попытка соединения пошла. Ну у меня на уши. Что, вдруг вы сейчас захотите соединиться с Лёлей? А он работает, он не соединяет. Да хватит. Давно работает, не работает. Ладно. Тебе нравится коала? Я не знаю, это было в жизни. Ну это было, я так думаю. Вот тебе коала или мышки? Это такое, это осо. Это коала. Тебе вот это коала? Очень. Ну ладно, Таня, пойдем. Пойдемте. Осторожно, только здесь провода. Выключайте. Вы какие-то старые хардовские музыки слушаете? Че? Ну потому что она на кругах. Вам нравится, да? Очень. Ну, музыка такая. 90-х, ну такая. А что там надо? Там чумазинка. Сеточка от комаров. Да. Потом что еще? Что-то сказать, потом, конечно, чумазинка. Ну ты не выходишь.
очень люблю. Хорошо. Солнечный закат это. Солнечный закат, красивые цветочки на шалозе. Вид хороший, не знаю. Ну да, тут хоть не так шумит на Ленинском. Абсолютно. Особенно вечером, если не будет таких пьяных, какая тишина деревня. Ну вы не проветриваете особенно, ладно? А то тут холодно. Да ладно, все. А попробуй, видишь, как тут? Я знаю. У тебя тоже потолочные? Ну да, они такие, думаю. А вот и кухонька. Таня, я уже знаю, это что. Хорошая, что... Да. Вот это же очень хорошие. А вот ведничка, которую я тебе тоже подарила. И мы все лежит очень хорошо. Говорите. Ну, давай. Идите. Все, да, Таня? Да, мы уже тут пошли. Да. Давайте вы где-нибудь встанете, давайте. Я вас фотографирую. Как будто бы я разговариваю по телефону. Алло, конечно, здравствуйте. Хорошо, я вам перезвоню. Как будто бы. Ну ладно. Вот так вот, это вот так можно сделать. Нет. Это можно перегнать. Да. Ну там не обязательно. Не обязательно так. Жура, раньше я сидела за столом. Не, так удобнее, ты что? Так очень удобно. Во-первых, это близко. И я да, не конечно. Не, так удобнее сидеть.